коломенцы! Я рада сегодня всех приветствовать на Коломенской исторической земле на арене Конькобежного центра. По поручению администрации и Совета депутатов городского округа Коломна я поздравляю вас с праздником Днем славянской письменности и культуры. Ежегодно этот праздник проводится в нашем городе, а в 2007 году наша Коломна стала центром проведения всероссийского праздника Дней славянской письменности. И этот праздник оставил у нас глубочайший след в духовной жизни нашего города. В